Алена, ты открыла шкатулку? Она сама открылась. И что там? Ничего. Как ничего? Вот, посмотри сама. Это все странно. Тогда почему Баба-Яга хотела, чтобы мы ее открыли? А может, она пошутила? Пошутила? Ну да, просто решила тебя разыграть. А зачем ей это нужно? Кто это еще? Ну что, прогуляемся? Пап, а мама где? Я думала, вы вместе придете с работы. Она зашла в магазин. Сонь, я здесь обнаружил что-то странное. Хотел тебе показать. Что ты задумала, глупая девчонка? Не волнуйся, ты мне не нужен. А нужен он. Я? Зачем это? Я подслушала тогда в лесу, что ты чувствуешь местонахождение всяких магических вещей. А мне как раз и нужно кое-что срочно найти. Эй, с тобой что-то не так? Какой ты догадливый. Мы сейчас все расскажем про тебя. Не расскажете. Я пришел, а эта штука здесь стоит. Во дворе. Это же та самая метла. Что значит та самая? Это же метла Бабы-Яги. Но откуда она здесь взялась? Кто-то вышел? Пап? Папа, ты где? И метла исчезла. Что за чертовщина? Это был не папа. Алена! Куда все пропали? Баку! Куклы тоже нет. Разыви меня! Ладно, ладно, сейчас развяжу. Зачем ты нас украла, глупая девчонка? В тебя вселился злой дух? Молчи, не с тобой хочу говорить. Скажи-ка, как там тебя зовут? Слэппи. Ах, да, Слэппи. Тут где-то должна быть магическая вещь. Возможно. А что за вещь? Соль земли. Я знаю, она где-то рядом. Какая еще соль? Это волшебный камень, кукла. Мы должны его найти. Я не понял. А нам зачем тебе помогать? А затем, чтобы я не превратила тебя в жабу, кукла. Вообще-то я не кукла. Да ладно. Похож на куклу. Я Баку, древний и могучий дух. Будешь мне мешать, я превращу тебя в жабу. Не будешь говорить, а только квакать. Понятно? Но что ты хочешь сделать с этой глупой девчонкой? Я останусь в ее теле, а ее дух выведу с помощью соли земли. Пусть полетает. То есть ты хочешь сказать, что при помощи этого камня дух может покинуть тело? Вот именно! Вот же он! О нет, вот что произошло. В Алену вселилась Баба-Яга. Что же делать? Надо подслушать их разговор. Вот она, соль земли. Ну вот, сейчас я избавлюсь от девчонки
и навсегда займу ее тело. Как хорошо, что ты нашел соль земли. Как тебя там зовут, я забыла. Меня зовут Слэппи. А, да, точно. А тебя саму как зовут, колдунья? Меня зовут Яга. Слушай, Яга, мне тоже нужен этот камень. Ага, сейчас разбежался. Держи карманы шире. Надоело мне в этой кукле беспомощной сидеть. Опять ты обзываешься? Яга, мой дух тоже нужно срочно из этого тела извлечь. А ты мне тогда что? А я тебе один секрет открою. А что за секрет? Очень ценный. У той девчонки, Сони, артефактов не счесть. Ты меня выпустишь из тела куклы, а я в девчонку вселюсь и все тебе покажу. Предложение заманчивое. Давай, соглашайся! Артефакты очень ценные. Одно волшебное зеркало чего стоит? Волшебное зеркало, говоришь? Ладно, я согласна. Только ты девчонке скажи, пусть срочно вызовет Баку. Предатель. Ну давай, Яга, что ты медлишь? Хорошо, только смотри мне, не вздумай обмануть. Заклинаю соль земли, дух от тела отдели. Через мрак, огонь, воду, телу жизни дай свободу. Что? Я теперь один? Кажется, мне снова будет скучно. А теперь самое время убрать лишний дух из моего нового тела. Ты этого не сделаешь! Не сделаю. А кто мне помешает? Может быть, ты? Да, я! И что ты сделаешь? Я... Да, ты. Может быть, вызовешь Баку? Баку? Ни за что! Я с этим предателем больше не хочу иметь никаких дел! А придется вызвать. У нас с ним договоренность, так что вызывай. Не буду. Ах, не будешь? Значит, я превращу тебя в лягушку. Тогда я тем более не расскажу тебе никаких секретов. Ах так, тогда сначала я избавлюсь от лишнего духа в моем новом теле. Заклинаю соль земли, дух от тела отдели. Ты что творишь без пяти минут, лягушка? Решила разозлить Бабу-Ягу? Кто ты такая? Чего ты на меня уставилась? Соня? Что тут произошло? Алена? В твое тело вселилась Баба-Яга. Ты победила ее? Ну как? Баку помог? Нет. Он нам больше не помощник. Он предатель. Спонсоры моего канала. Слава, Чемситу Геймер, Играют Про и Сонька Понька. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета.